what you said you didn't receive. Mike, we'll never. That girl is a real crowd piece. Хей, ютубу, хей, ВК, с вами Балтриал Вайда. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Холл Нейбор Модкит. И как я и обещал в прошлом видосе, сегодня мы с вами играем, вернее, перепроходим мод The Next Door. Кстати говоря, я только сейчас понял, что это музыка из Red Alert, вот это вот в начале играет, только немного переделано. Я только сейчас это понял, раньше я этого не понимал. Так, давай, погнали проходить. Так, давай. Так его здесь нет. Он моется. Так, понятно, что туда я пока не пойду. Так, он подвал. Так, он сейчас сюда пойдет. Бери. Беги. Открой. Карту возьми. Беги. Блин, мышка вышла. Открой. Так. Теперь мне нужен лом. Блин. Возьми. Возьми шляпу. Возьми шляпу. Шляпу возьми. Шляпу. Да шляпу. А! Сука, через дверь меня поймал. Мразь. Да. Правильно, чё. Лестница для слабых. Надо прыгать. Действительно. Не, если серьезно, то а в чем прикол вот так вот делать? Ну, а если случайно там, не знаю, заснешь и все, и ты упадешь нахер вниз. Как-то не весело будет. А, не, подожди, мне, по-моему, не туда или не туда, я забыл. Или не туда, или туда. Не помню, сори, да, я могу здесь выйти, в случае чего, к себе во двор. Так, вот, песочница. Так, а где у нас тут яма? А яма, по-моему, там, да? Можете посмотреть? Где у нас яма? А, ну яма здесь. Или не здесь? Нет, не здесь. Подожди, а где яма, я забыл? Где мне надо вообще яму откопать? Что-то я не помню. Ладно, пошли, короче, наверх. Открой. И сон на всякий случай тоже возьми. Да зачем ты кидаешь, блин? Да ты... Так. Здорово. Чё? Так, понятно, зонтом кидаться плохая идея. Подожди, тут. Понятно, из F4 музыка. Так, я думал, что тут будет Лерзем играть. Так, погнали. Скотина, я иду с тобой по пятам. Ничего нигде нет. Блять! До свидания. Ты ничего не слышал. Я не хотел это сейчас делать, вообще не хотел. Я хотел просто кинуть. Выйди. Коробку возьми. Коробку возьми. Да мышка, блин. Чё, Скотт? Ты застрял? Молодец. Поздравляю тебя. Да ты... Скотина! Чё ты так отбегаешь-то, а? Так, он меня там заметил. Короче, давай вот так вот я сделаю. Чтобы долго вот это вот не шляться туда-сюда. О, тут вода, кстати говоря. Понятно, вот здесь я хочу, короче, сюда пройти. Вот, типа я, короче, в ванну зашел, потому что он сейчас там будет кучу раз меня так ловить. Я не хочу долго, короче, делать это все дело.
Так, а тут ничего нет, что ли? Ага! Вот это сейчас хорошо было. Вот это сейчас прям хорошо было. Так, давай. Ага. Моя остановочка. Так, вот на ружьишко, вот он лом. Все, давай. Бля, прикольная музычка здесь. Погнали. Сюда. Все, отлично. Так, вот он подвал. Фонарик возьми. Так, тут книга у нас открывает. Вот эта книга, да. Так, нам туда. А можешь как-нибудь пропустить? А, нет. Ну, сейчас само оно пройдет. Сейчас нам, короче, будет сейчас второй акт. Я помню. Давайте, по-моему, сейчас из подвала выйдем. Так, вот. Мы очнулись здесь. В подвале, только пока что шейдеры не прогружены, поэтому ни хера не видно. Вообще ни хера не видно. Сейчас, где-то лестница. А, не, подожди, не здесь лестница. Сейчас, дверь, вот она, вот на дверь. В смысле? Подожди, а как? А, силен, все, вот здесь надо взять. Так, шейдеры пока прогружаются. Да возьми ты ключ. Все. Вот здесь. Ага. Так, пока что подзависло. А, не, все отвисло чуть-чуть, по-моему. Да, вот отвисло. Так, теперь сюда пошли. Вот, дом. В котором мы были в первом акте. Только теперь уже это... Только теперь уже немножко измененный. Потому что зима настала. Вон он, наш сосед. Вон он, наш... Тимон, да? Тимон, Петр. Михалыч, я не знаю, кто он там. Скорее всего, либо Михалыч, либо Димон, скорее всего, так. По-моему, Михалыч еще, насколько я знаю. Сколько я помню, вернее. Давайте, шейдеры, побыстрее прогружайтесь. Все. Давайте, давайте, давайте. Пока шейдеры прогружаются, ни хрена не видно. Вообще ни хрена. Абсолютно. Да ё-моё! Так, давайте, наверное, пока подождем, пока эти шейдеры прогрузятся, потому что пока они не прогрузились, сейчас будет лагать, что капец, так и тем более освещение вот такое будет темное достаточно. Так, все, наконец-таки шейдеры прогрузились. Короче, зима у нас тут. Так, понятно, закрыто. Ты что не делаешь? Ничего не делаешь. Зима у нас, короче, на улице. В смысле, имеется в виду, что в моде, естественно. Так что да. Так что вот так вот. Синий ключ. Прекрасен он, могуч. Он гоняет, стоит туч. Вот такой вот синий ключ. Ни хрена тут нет. А где мне синий ключ-то вообще искать? А, подожди, он, по-моему, где-то здесь, да? Нет. Подожди. А, ему показалось, окей. Я забыл, где мне синий ключ надо искать. Вообще забыл. А, вот он, все. Открой.
Закрой. Так, лестница, подожди, сразу ничего на унитазе нет? Нет, ничего нет. Так, сосед там чуть-чуть подтупливает пока что. Так, ничего нет. А, закрыть можешь? А, закрыть. 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 А, вот все. Так, тут у нас... А, вот теперь он нас спалил. Вот теперь он нас спалил. Не сюда. А, ну нет, он все равно тупит, так что да. Он все равно тупит. А что вообще открыл? А что вообще открыл, дядя? Я что-то нажал, а как-то вот это. А, ну потому что тут эта хрень. Я, наверное, нужно сломать ее. Или... Сейчас я там что-то открыл, да? Да, вот я здесь открыл. Ага! Вот. Так, мне, короче, надо вот это. Да твою ж мать. Я помню эти хрени. Я помню эти хрени, они, короче, палят нас. Но... Ладно, хорошо, он нас спалил. Да какая разница, все равно он меня спалил. Какая вообще разница, может быть. Все, погнали. Музыка это... А! Сука, испугал меня. Музыка какая-то громкая в этот раз. Не знаю почему, я убавил звук. Почему-то до сих пор музыка громкая, хрен узнает почему. Ого. Вот это громко, конечно, за окном у меня. Так, ладно, давай, погнали. Так, я уже два раза спалил. Я уже хер пойми сколько раз спалился вообще. Просто жопень. Подожди, я, наверное, должен вот так вот сделать, чтобы они меня не палили. Пошел вон. Вон пошел искал. Пошел вон, пошел нахуй. Но я отрубил. Я отрубил, по идее, в принципе, уже не должен, насколько я знаю, это самое. Ой, блядь, плохая была идея, наверное. Действительно плохая. Открой, открой, открой. Подожди, я не понял, я отключил или нет? Подожди, дай-ка ставлю, чу. Я просто не понимаю, я должен был, наверное, отключить эту хрень. Да, я отрубил. Я отрубил ее. Блин, мышка вышла. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. А, понятно. Так, ну меня эта хрень не палит. Ну подожди, ну я ж нажал, да? Я нажал. А чё за фигня? Что я не так сделал? Я что, не так сделал? Подожди, а тут мне нужен... А, тут мне нужен гаечный ключ. Наверное, мне надо врубить все-таки. Ладно, хорошо, врублю, так уж и быть. Мне нужно гаечный ключ найти. Он по-любому, я знаю, где. Ну, не помню, конечно, но он, скорее всего... Скорее всего... Да хрен его знает, где он вообще. Ну-ка, подожди, врубивок. Наверное, где-то здесь. Наверное, потому что и как бы и все, у меня вариантов нету больше, где он может быть еще. Кроме как не здесь. Так, ну это я нажимал, да. Ну как бы и все. Как бы. Ну как бы это сказать. А больше-то как бы и не это. Негде взять его. Ну, как бы серьезно, ё-моё, да что ж ты ко мне прикопался-то, а? Вот это, конечно, бегаешь. Вот это ты, конечно, бегаешь. Вообще капец. Ты что, хромой, что ли, дядя? Что ты так бегаешь-то? Может, вот здесь где-нибудь? Эй, тихо. Тихо. Сука. Я понятия не имею, где вообще, в принципе, может быть гаечный ключ. Подожди, может, ты что-нибудь делаешь, а? Как такая идея? Да ё-моё! Надо сейчас будет убавить звук, потому что музыка слишком громкая, я даже себя не слышу. Она типа не надоедающая, но она громкая очень, что капец.
Лишь мне взять этот долбанный гаечный ключ, а. Наверное, где-то в гараже он лежит, точно. А, вот он. Угу, действительно. Пошел нахуй. Давай, посмотри-ка в это. В другое место посмотри. Все, я полез. Оп. Чего, блядь? Чего это только что было? Ладно, еще раз. Так, все нормально. Теперь сюда. Да зачем? Зачем? Для чего ты сейчас это сделал? Я случайно нажал на пробел, не хотел, чтобы ты это прыгал. Ебать, что там ты что ли стукнул или что? Сейчас, если бы не упасть только. Тихо. Тихо. Оп. Отлично. Теперь сюда. Оп. Пройти. Та-дам! Да. Разбился, так сказать, на прощание. Так, все, я пошел. До свидания! Так, вот мы вышли. И тут резко, я, кстати говоря, до сих пор охреневаю, какого хрена наша машина закопана, и почему на ней стоит телефон, и почему у него вообще кто-либо звонит. И да. Сейчас пока что уровень еще не прогрузился. А, нет, прокрутился, просто сзади меня идет. Ну я ж тебя слышу, дядя. Вот это да. Вот это мне, конечно, за окном громче, капец. А чё за фигня? Чё происходит вообще? Почему? Что? Он должен ко мне подойти, я не помню просто. По-моему, нет. По-моему, сейчас должно прогрузиться просто. А чё вообще за фигня происходит? Чё я должен сделать? Я не понимаю. Я не помню. Он вроде должен подойти к телефону, но почему-то чё-то нихера не работает, и что. Я пытаюсь ввести команду, оно ничего не это, ничего не делает. То есть, мне походу надо что-то вручную сделать. А, ну вот, ребят, я по новой загрузил это. По новой загрузил уровень, и сейчас я могу бежать, просто на какой-то баг произошел. Всё, давай. Да-да, слушаю вас. Вау, охеренный разговор. Молчат, зашибись просто. Че, опять что ли зависло или что? Я не могу понять. Че, почему этот кассеток зависает? Не могу понять. Что за дела вообще? Что за бред? Или что? Что произошло? Сейчас будет третий акт, наверное. А, нет, дальше вот кассеток. Да-да, я что помню. Вот, все. Это был второй акт, сейчас будет третий. Так, да, благодарность. Так, вот тут дождь у нас тоже на улице, так сказать, только уже в моде. И, в принципе, у меня сейчас тут тоже дождь на улице в реальности, так что да. Так что, вот так вот это все происходит. Давай погнали, собственно, на улицу. А, или подожди, или не дождь. А, не дождь, типа просто ночь такая, да? Окей, ладно. Здорово, дядя! Я с ног тебе в дом пришел. А, отлично. Это я помню. Блин, а какого ж фига-то? Опять мышка вышла. А, понимаю. Понимаю. Так, мне нужны, короче, чисто ключи. Чисто ключи. На меня ты не кричи, я найду тебе ключи. Погнали. Хера нигде нет. Тут что? Ничего. Понятно, Player Zem играет. Так. Вот я, кстати, возьму на всякий случай. На всякий пожарный. Понятно. Дядя, иди еще по это, по сытам, по сре, не знаю, что ты там делаешь вообще. Ух, ебать. Здорово! Рад был с тобой снова увидеться, в скобочках нет. Так, мне надо выйти бы отсюда. Да, блин, выйди ты. Ага.
затопило прошлый проход у нас. Вот так вот все это делается. К сожалению. Ну и ладно, в принципе, пофиг. Пройдем так. Прорвемся. Прорвемся. Так, а, собственно, тут что? Я забыл. А, мне надо будет заморозить. А, или мне не надо будет. Тут же нет акулы, да? Да, тут нет акулы. Но мне в любом случае придется заморозить, да? Или не придется? Не, не придется. Да-да-да, придется мне тут заморозить. Ладно, заморожу. Но сначала мне надо бы это. Сначала мне надо бы кое-что другое сейчас сделать, что-нибудь другое поискать. Фигу знает, что делать. Ладно, потом разберемся. Я, кстати говоря, помню эту хрень, но я так и не помню, что с ней вообще надо делать. Скотина. Какой у тебя, однако, слух, а? Когда ты в полном... Или ты в дреме был? Хрен его знает, ты в дреме был или нет, но в любом случае... В любом случае. Но обязательно вот тебе надо было сюда пройти. Прям вот шило у тебя было в задницу, чтобы сюда пройти, да? Пошел вон. Давай быстрее, пока он не зашел. Ключи, я нашел ключ. Я нашел ключ, отлично. Сюда надо будет глобус ставить, чтобы за это, чтобы заморозить эту воду. Я помню. Блин, пройти. Проходим, проходим. Оп, зарядочка, да? Давай я тебе устрою пробежечку. Бля, ладно. Фигово была пробежка. Да и ладно. Да ё-моё, выйди ты отсюда. Да ты, мать твою, серьезно, я вообще даже не узл... Я даже в твой двор не зашел, понимаешь? Я просто... Может, я мимо проходил. Дядя, ты чё? Настолько параноик, что ли, или что? Да иди ты нахер, а! Сука, поймал меня. Ладно, зато я хотя бы ключ использовал. Дядь, ты чё? Обнаглевший? Или что? Я, короче, на второй этаж пошел. Причем вот сюда. Закрой. Все. Так, ты не открываешься, да? Ага. Наверху что-то есть? Ничего нет. Тут ничего нет. Это надо размудохать. Оп. Возьми быстрее, быстрее. Залезь! А, понятно. Так, мне надо бы в комнату сейчас зайти. Наверное. Здесь был? Хрен узнает, где ты вообще был. Мне насрать. Абсолютно. Только меня, пожалуйста, не трогай. В шкафу ничего нет. Нет. Блять. Сорян. Ну тут ничего нет. А тут чем здесь? Нет. Еще и капкан оставил. Вот ты гнида, а, конечно. Вот ты гнид. Ну ладно, хорошо. А, вот ты где был. Нет! Скотина. Блин, где я запутался? Сюда мне надо идти. Так, короче, мне надо сначала бы разморозить холодильник и оттуда достать ключ. Но это я, скорее всего, потом сделаю, потому что... Подожди, а ведь сюда идет, да? Провод. Провод. Куда ведет провод? Вот, а, ну вот, мне сначала надо... Мне сначала надо глобус найти. В смысле? Ну да. Мне надо сначала глобус найти тогда, в таком случае. Тогда я смогу заморозить и пройти туда и включить вот эту хрень. Я могу вообще вот так вот, знаешь, по-хитрому сделать. Слушай, а мне глобус-то и не обязательно, я могу просто вот так сделать.
Слушай, действительно, а зачем мне глобус? Че тут глобус? Нахер мне глобус вообще нужен? Я просто могу вот так сделать, действительно. Я не помню, а вроде так и должно быть. Потому что, по-моему, так и должно быть. Насколько я помню. Короче, холодильник сейчас размораживается. И я что-то нахожу. Дети, уйди оттуда. А, уже разморозилось, да? Все, бери. Сюда вниз. Оп. Оп. Так. Красный это. Все. Следующее готово. Мне остался синий и желтый. Желтый я понятия не имею, где мне надо достать, и синий тоже. Так что сейчас будем как-то что-то решать. Что-то будем решать. Как-то что-то зачем-то. А, не, подожди. Синий я знаю где, это же за решетками, надо решетку открыть. А вот желтый я понятия не имею где. А, нет, подожди. Это глобус закрыт. Глобус закрыт. То есть я должен, по идее, глобус открыть. Но я, по идее, могу и без глобуса это сделать. Так что, ой-ой-ой-ой, пошел в жопу со своим пылесосом. Пошел вообще с ним нахуй, с своим пылесосом. Бля, вот музыка здесь хорошая в этом моде, прям серьезно, нормальная такая музыка. Типа не прям чтобы офигенная, но нормальная. Прям вот саундтреком автор прям вот постарался. Этого дяди тут нет? Нет, вроде нет. А зачем, кстати говоря, вот эти рычаги? Я так и не понял. Зачем этот генератор? Для чего? Странная херня, ничего не понял. Ладно, хорошо, давай гаста врубим. Мне, по сути, глобус уже не нужен. На самом-то деле. Потому что... А зачем он мне? Я же уже, типа, достал ключ. Этот, какой там он был? Какой там ключ был, я забыл. Короче, какой-то ключ был. Ну, сейчас оно, короче, заморозится. Но я-то уже, как бы, заморозил. Поэтому смысла мне, собственно, нету. Ну, как бы, ладно, типа. Будем считать, что честно я все сделал. Потому что, как бы, по сути, так это и есть. Просто я... Блять. Так, я случайно нажал на SK, сейчас все нормально включил. Пошел вон. Здесь точно ничего нет, блять. Где мне сюда надо идти? Мне кажется, что что-то вот на кухне есть, потому что там как-то подозрительно много всего находится. Там по-любому же есть какой-то ключ. Ну или не знаю, там, рычаг, который открывает этот, который красный, эта фигня, в которой лежит у нас ключ какой-то там, желтый, по-моему, если я не ошибаюсь. Да ты заманал. Пошел набой. Вот здесь вот коробки стоят подозрительно. Там ничего нет. Действительно, слышь. Все-таки мне память не отказывает, все-таки я помню. А. Чё? Это как вообще понимать? Подожди, не понял. Это как вообще понимать? Это не это открывает? А что это тогда открывает? Не, подожди, я по памяти помню, что это что-то открывает. Вот именно связанное с ключом. Я просто помню по памяти. Я сейчас вот вспомнил, оно же что-то должно там открывать как-то. Вот эту, по-моему, должно. Да ё-моё, чё не туда-то вечно лечу, мне сюда надо лететь. Сосед, только, пожалуйста, вот сейчас не агрись. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну нет, открывает. Подожди, а электрический щиток где? Где электрический щиток? Где он, блин? Где электрический щиток? Фиг его знает. О, кстати, вот он, синий ключ, да. Я помню, то есть, нужно что-то разбить было, да, я вспомнил. Да пошел ты вон, дядя. Все, нам желтый надо добыть. А почему это? Почему не работает? Я даже сейчас, подожди, я даже сейчас в редакторе посмотрю, смотри. Ради интереса. Ребята, короче, посмотрел в редакторе, да, это так и должно быть.
В чем где? Подожди, а может генератор этот что-то? Слушай, по-моему, генератор, это типа, он каждый раз отключается, быть может, он реально что-то это делает, да? Да, действительно. Вот генератор, а. Чертов генератор. Взял меня, чуть не запутал меня, блин. Так, все, открывай, все, готово. Погнали. Уи! А! Блин, я забыл уже про это. Я забыл про этот уровень. Я забыл про него и не думал, что он сейчас будет. Я где вообще? А, понял. Сюда! Отлично. А, понятно. Полиция. Все, это был акт 3. Там сейчас будет дальше акт 4. Это будет самый здоровый вообще, в принципе, акт в игре. Но пока что мы с вами на этом, пожалуй, закончим, потому что видео вообще прям хорошо по времени идет. Поэтому да, с вами я и Baldur's Gate 2. Мы с вами играли в... Вернее, перепроходили мод The Next Door. И да, с вами был я, Baldur's Gate 2. И всем пока. Мы с вами продолжим его проходить в следующей серии.